Привет, Джоэл. Привет. Рад тебя видеть опять у нас на канале. С вами канал «Одна Австралия», Александр Петров, с нашим гостем Джоэлом, который, ну, красавчик, молодец. Говорит по-русски лучше, чем я. Еще год-два пройдет, он будет говорить уже лучше. При этом все равно будет говорить лучше по-английски, чем я. Итак, Джоэл, рассказывай о своей жизни, особенно об обучении. Ну, я скоро заканчиваю учебу, потому что уже 4 года я учусь в университете в Сидне, здесь. Учусь наук, точно физику, потому что мне нравится. И... Физика твердого тела. Да, физика твердого тела, тоже, ну, ядерную физику. И, ну, работаю, конечно, без деньги, не знаю, как назвать. Как волонтер, да? А? Волонтер? Волонтер, типа того. На да. Лукас Хайтс? Да. Это ядерный центр, так, тем, кто не знает. Угу. Далеко сюда, ну, наверное, час. The Holsworthy, да? Да. Там... И вот моя жизнь, и у меня никакого интереса, кроме этого, потому что ну, я себя занят с этим. Скажи, ты хочешь делать PhD, да? Да. Тематика? По-русски это как аспирантура? Да, аспирантура, ну, докторскую. Кандидатская, докторская, не знаю. Ну, PhD, короче. Мы уже больше PhD понимаем, чем это все. Ну, аспирантура, да. А какая тема приблизительно в области? Блин, по-английски это strongly correlated electron systems. Я не знаю, как это переводится. Ну, это типа физика твердого тела, именно электрон. Не знаю, как объяснить. Но на стыке квантовой механики. Да, квантовая механика, физика твердого тела, тоже ядерная физика, все эти области вместе. Для большинства людей это вообще непонятно о чем. Ну да, иногда я даже не понимаю о чем. Ты хочешь преподавательской деятельностью заниматься? Ну да, если зарплаты хорошие, тогда я... Сколько хорошая зарплата в час? В Австралии? Ну, в Сидне. Нет, я имею в виду преподаватель. Вот. Если ты закончишь вот свою аспирантуру, точнее, начнешь аспирантуру. А если закончила я аспирантуру, ну, тогда минимум 40 баксов. Что 40 баксов? В часа. В час? В час. Ты шутишь? Почему? Ты вообще знаешь, сколько преподавателей в университете получают? У меня студенты в вот этих вот колледжах получают 50, 55, 45, вот так вот. Ты серьезно? Ну 40, не знаю. Вот посмотри влево, видишь место? Mm-hmm. Вот люди, которые сидят на этом месте, mm-hmm. если это лекторы, они зарабатывают, обычно это тьюторы. Тьюторы зарабатывают 115, 150, 115 здесь. 115? 115 долларов получают в КОИ, 150 долларов в UTS. А лектор получает где-то 200 здесь и до 350 здесь в час. В UTS, в принципе, не намного больше. Но просто им еще проплачивают проверку, а здесь нет, вот и все. Вот там платят за проверку, действительно, около там, 50 долларов в час. Хорошо. Импрессив, да? Yeah. Теперь ты уже больше хочешь преподавать, да? Uh-huh. Намного. Намного. UNISAS Wells платит больше, чем UTS или КОИ, да, ну думаю, понятно. Да. Вот. То есть ты хочешь продолжать заниматься наукой и нет, хотел бы заниматься преподавательской. А как насчет бизнеса? Там я не знаю, какая может быть корреляция. Корреляция? Корреляция. Что ну, соответствие что между твоей наукой, ядерной физикой и бизнесом. Ну, наверное, можно там, я не знаю, электронами торговать, ну, радиус затупает и Азию тебя повяжет, но. Ну, наверное, что-то можно в бизнесе. Консультантом каким-то, частным преподавателем. Ну да, есть консультанты. Да. Все шпионы, конечно. Угу, конечно. Ну как там Боб Карр себя чувствует? Приходил в гости? Нет, я один раз видел, когда у нас был
как Новый год, мы встречаемся с cousins, как? Двоюродный брат. Да. И видел его один раз. Но я без politicians in my family, как это было? Есть депутаты в семье? Ну, члены парламента. Типа того. Ну и кто у тебя там, это, из знакомых? Майк Лейган. Кто? Майк Лейган. Он давно был чежера для New South Wales. А, вот это откуда, да. Я его помню, да. А я сейчас, ну... Но он же этот, он же либерал. Да. Я только что видел Барри О'Фаррелл на улице. Он был... He was the premier for New South Wales. Но Барри О'Фаррелл, он resigned уже. Yeah, but I saw him in the street. Я недавно видел его на улице. Да хрен с ним, он уже в отставке, зачем он нужен? Скажи мне, меня сейчас приглашают быть активистом либористской, то есть я и есть активист либористской партии, но меня приглашают активно в Парамате. Бориска? Лейба. Лейба. ЛП? Yeah. Они приглашают меня, ну, поработать. Серьезно? Ну, ты понимаешь, что в 18-м, в 19-м, да, в 19-м году, скорее всего, либористы возьмут власть. Ну, два срока прошло у либералов, там, ну, и они немножко обхезывались, и лидер вроде не тот. Вот, ты бы мне посоветовал или нет? Вот ты думаешь? Да, хорошо. Думаешь, это хорошо? Да. А что бы ты сделал на моем месте? Ну, хорошо, я как бы, но. Ну. Как активист? Ну и как активисты, как... Слушай, у меня решающий голос там, то есть если какие-то внутренние вопросы решаются, я просто иду и голосую, знаешь, внутри партии. Mm-hmm. То есть нас там как бы несколько тысяч человек, вот я один из них. То есть, допустим, по кандидатурам чего-то там. Ну я думаю, тоже ты будет хороший кандидат для Лейба. Кто? Ты. Я староват для этого и не хочу. Почему? Ну, я занимаюсь, чем я занимаюсь, а влияние. Я могу кандидатом быть, ты знаешь, они через местные советы идут. То есть, local government. Ага. И надо дерьмом заниматься, пока ты не усался, а я уже старый для этого дела. Поэтому, смысл. Мне нравится федеральная политика, я лучше кому-нибудь буду подносить патроны, чем сам стрелять. Вот. Ну, чтобы с этого, то есть, использовал бы связи, да? Устанавливал бы, использовал. Но у меня, в принципе, с Биллом Шотоном хорошие отношения. Как бы, он не глупый человек, хорошо очень говорит. Связи, как понимаешь, у него очень хорошие. Я думаю, любим мы это и не любим, хотим или не хотим, но он будет следующим премьер-министром. Кто? Билл Шотон. Я тоже думаю. Ну, к этому давно рвется. Ну, слава богу. Скажи, а что у тебя с каналом? Там что-то как-то ты не очень активен. Потому что я, честно сказано, ну, во-первых, я даже не знаю, что именно снимать. И во-вторых, как? А во-вторых? Во-вторых, я был очень занят приготовить для экзаменов. Но сейчас ты освободился. Да. Ну, я даже снимаю видео не каждый день, ну, типа того, но проблема в том, что каждый раз, что снимаю, мне не нравится результат. Тогда всегда удаляю и потом... Ну смотри, добрый тебе совет со стороны наших подписчиков. Вот то, что ты делаешь, это правильно. Говорить на русском абзац, на английском абзац, на русском, это лучше всего. Вот. И снимай окружающую среду. То есть, куда бы ты ни ехал, ну, я не, знаешь, не думаю, что в Лукас Хайс тебе разрешат это делать. Это секретный объект, ядерный. Хорошая идея. Нет, честно сказано, я живу очень далеко, ну, не очень далеко, но... Я живу еще дальше. А? Я живу еще дальше, я в Саус-Виндзор живу. Ну, да, ну... Я проезжаю мимо тебя еще 15 километров. Да, 10. Правильно. Да. Ну, я имею в виду, потому что я живу далеко, и когда у нас лето, что там снимать? Ничего. Потому что это ниже деревня, но я хочу сказать, что именно там можно снимать. Людям это интересно. Людям интересно. Да, люди там. На дэшборд ставишь свой мобильный и рассказываешь. То есть первый эпизод лицо.
Говоришь, а сейчас я вам покажу вот эту вот фигню. Разворачиваешь и показываешь 10 минут фигни, и людям интересно. Это не Google View, это получше, потому что ты в этот момент еще что-то там озвучишь. Или музыку на бэкграунде поставишь, и все. Yeah, хорошая идея. Поэтому сделай это. Очень неплохо бы район, кстати, ну не сам Lucas Hive, но Холсворси. Много живописный. Ну тоже не саму военную базу, конечно, а surroundings. Вот. То есть это добрый совет. Я думаю, что ребята, наверное, как бы напишут мне, что бы они хотели еще увидеть. Кошки, вот я сделал с кошкой видео, вообще, ну, да, людям нравится. Очень интересно будет. Да, это кошка на крыше, да. Да. Кошка кушает, кошка писает. Не, ну что ты так, я кошатник, ты это, так не делай такое лицо. Вот, так что давай тематику это дело сделай. Постарайся сделать, ну, все-таки вступление и заключение, как мне Саша сделал, то же самое сделай, там не так сложно, чтобы канал был узнаваемый. Вот, и давай начинай, потому что я тоже был эти полтора месяца занят, там все эти Москвы, там Афины, Салоники. Ты знаешь, я был в Греции, да? Да, да. Сказал. Вот, поэтому давай активнее подключайся. Ну, что тебе еще сказать? Я был очень благодарен, что ты мне позвонил, вот, что ты нашелся, ожил. Желаю тебе закончить бакалавриат, перейти на Honors и сразу же получить хотя бы тьюторскую работу. Потому что tutorials где-то, я думаю, $150-180 в час. Круто. В New South Wales Uni. Поэтому, поверь мне, это хорошо. А работу за $50, 55, я могу тебе завтра дать, если хочешь. Только скажи. Но я думаю, что тебя при, когда будешь PhD делать, или, ну, там, даже honors, у тебя до этого времени не будет. Вот. Джоэл, да. Спасибо. Пожалуйста. По-моему, я это все превратил в свой, не в твой монолог, но людям надо было видеть тебя. Хорошо.